Всем привет! И фьюженоводам, и просто любителям AliExpress. Очередная посылочка с забавной штучкой. Ну, запечатана, как вы видите, достойно. Очень много пупырки. И еще подарочки. Такие очки для чтения. Пластиковый корпус. Сами очечки. Подпружиненные. Механизмы у них. Целесообразно покупать такие, если вы там, вам надо немножко что-то почитать, либо же в машину, возможно. Хороший чехольчик, с ними ничего не случится. Ну и в подарок черная тряпочка. И опять же специальная штучка для очистки. Они антибликовые, с защитным покрытием для компьютера, немного останавливающим свет ультрафиолетовый. Бликуют. Вау, супер. Ну, не для постоянного ношения, конечно же, а только лишь для того, чтобы взять что-то почитать. Смотрятся, конечно, очень интересно. Остатки литья есть. Ссылка на них будет в описании. Я думаю, для фьюжика будет самое то. Кинуть в бардак и не париться, что у тебя там нет очков. Для того, чтобы что-то подписать, посмотреть, почитать. Вот такая вот замечательная штука. Ну и вот так вот это выглядит в реальной жизни. Ну, единицы соответствуют, как заявлено было.